Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Hamınızı salamlıyorum. Salam aleyküm, mənim əziz dostlarım. По многочисленным просьбам я где-то, наверное, комменты только 20 ответила, а там под 50 с лишним тысяч просмотров и комменты. Как я могу все это сказать? В прошлый раз я закрыла баклажаны в своем салатик баклажанов. Сейчас все опишу. O səhər mənim badım cəmbə aladım, salat elədim. O qədər insan yazırlar ki, zəng dəllərə soruşlar necə eləyirsən. Hətta mən demişəm, yavaş-yavaş demişəm, videoda nə pişirmişəm, nə qoymuşam, hamısını başa salmışam. То, что я готовила салат баклажанов, я там все описала, все очень медленно говорила и показывала. Поэтому сейчас хочу просто показать, рассказать, как я его готовила. Слушайте внимательно. Дальше русский дядя нам сразу арбаджандельда. Бах, падам джаны. Беля там из амиша. Мен и сад мамышам, ю мамышам. Падам джан, гармазы соган. Ах соган. Помидор. Петрушка, сельдерей. Лаврушка. Бу сет. И аджи сет. Hamısını doğramışam, qoymuşam böyük seyinə. Pomidora doğramışam dolkanı. Bax belə. Pomidoru belə eləmişim. Böyük pomidoru 2 yerə, 4 yerə, balacanı 2 yerə. Döymüşəm. İ blenderdan pomidor eləmişəm. Mes rassolun əvəzinə döymüşəm. Значит, sonra qoymuşam sterilizовать. Sterilizовать qoyandan sonra mən götürdüm, уже yarım saat sterilizовать eləmişəm. Onda da bir hərəsi bankaya çayını qaşıqdan essensiya döktüm, görürsünüz? Su qaynayandan sonra yarım saat olur sterilizasiya. İ qırmızı болгарский da qatmışam. Значит, я взяла, нарезала баклажаны. Помидоры большие, 4 кусочка, маленькие на 2 кусочка. Красный лук репчатый и такой. Красный перец болгарский, красный. Зелено-стручковый перец. Сельдерей и петрушку. Значит, лаврушку, соль, сахар. А, гента гатмыша, бунда я днесал. Помидоры, дедим, да, доурадым мен. Бейки, дед, балачалары, ичи ере. Töktüm belə pomidorla. Blenderda çəkdim, töktüm. Görürsünüz? Badımcanı pişirmədim. İssatmadım duzlu suda. Qoydum sterilizovat. Su qaynayandan sonra yarım saat. Su qaynayandan sonra mən onda başladı şişot getməyə. Yarım saat sterilizasiya elədim. Sonra qoydum. Hər çayını qaşıqdan duz attım. Essensiya döktüm çayını qaşıqdan. Hər bankaya. İ bağladım ağzını. İ vse. A bu značit, agurecdi, xiyardı, qırmızı bolqarskidi, acı sötdi, i pomidordi, sarımsaqdi. Здесь, значит, у меня огурцы нарезала ломтиками. А, бурда сарымсақ та бар. Огурцы нарезала ломтиками. Помидоры. И залил лаврушка. Чеснок. Горошковый перец. Красный болгарский перец. Это я залила помидорным рассолом и поставила стерилизоваться. Все. А это сейчас, знаете, что такое? Это все. Гетте. Это баклажаны очень хорошие. Я, значит, ее поставлю сейчас вот с этим помидорами варить. Я ее не мочу, не мою в соленой воде. Просто сейчас поставлю ее варить.
Оно сварится, и я закрою баночки. Добавлю только соль, сахар, больше ничего. А зимой, когда лук пожарите, откройте баночку. Зимой, значит, возьмете лук, пожарите. Добавите, хотите, добавляйте картошку. Хотите с мясом. И варите. Вот. Сейчас я ее сварю. Потом стерилизовать это я не буду. Все. Сюда только я добавлю соль и сахар. Сварю. И потом поставлю вот такие баночки. Не стерилизовать я не стану. Просто поставлю их. Стерилизованные баночки и закрою. Вот. То, что я сказала. Баклажаны с помидорами варю. Соль и сахар. Бахтемедим, мен помидорнан бадымчан пиширирам. Гюрдюз, хансы халача пиширдим. До какого состояния я доварила. Видите? Бах, беле. Сура гышта, буна... Бурда хечне йохты. Хечне йохты бурда. Только дуз, песок, бадымчан. Мен специально бір дана банка ілдім, чүнкі бағламышам оңа көре, ілдім ки сіз көресіз, сізе көре. Вот, вот эти баклажанчики. Все, бах біле. Помидоры. А этот помидоры. Я тоже покажу. Да, да, показываю. Еще немножко пусть кипит. Видите? Гараз сёты, аджи сёты гёрисус. Помидоры специально ири-ирилям ещё. Я специально помидоры сделала. Помидоры в своём соку получится. Моя красавица. Да.